Добрый день, меня зовут Коробкова Наталья, я психолог и специалист по психосоматике. И сегодня я отвечаю на вопрос, мне его несколько раз задавали в комментариях под моими видео о психосоматике. Расскажите, пожалуйста, психосоматику подагры. Но так как само заболевание достаточно редкое, и ко мне не приходили еще клиенты с таким запросом, у моих коллег я тоже не слышала, чтобы были такие запросы и не знаю, какие результаты. То есть даже если проработать психосоматические все причины, я не знаю, как восстанавливается тело и восстанавливается ли, или, может быть, можно только остановить продвижение болезни. Поэтому не могу сказать. Но теорию вам расскажу. Значит, подагра ну что, она у нас вызывает воспаление суставов. И поэтому здесь конфликт самообесценивания, когда человек считает, что он что-то с чем-то боится не справиться, либо не справляется, но ему очень важно или ей справиться. То есть такой внутренний конфликт «я не могу, но мне жизненно необходимо». То есть, соответственно, смотря, что поражается, там, руки, ноги или какие части тела, соответственно, идет обесценивание себя именно в, в этой локализации. И э, также здесь еще участвуют собирательные канальцы э, почек, которые э, значит, тоже воздействуют вот на, на это воспаление. И э, там получается то есть конфликт беженца. Это смотрите мое видео по психосоматике почек, где я рассказываю, что такое конфликт беженца. Это когда человек ощущает себя, как рыба, выкинутая океаном из воды на берег, и которая вынуждена задерживать воду до прихода следующей волны, чтобы выжить. Потому что, то есть у человека есть ощущение, что он выброшен за борт жизни, или человек находится не на своей территории, в чужом доме, в чужой стране, в чужом городе, в общем, где-то, где он чувствует себя, это не родная среда. И вот в этой неродной среде, где он как беженец, этот человек еще переживает вот такое самообесценивание, что он с чем-то физически не справляется. Что-то не может сделать руками, ногами, там еще какими-то частями тела. В общем, вот такой вот двойной конфликт. И если человек переживает это постоянно, активная фаза, потом успокоился, восстановительная фаза, опять активная фаза переживаний, снова восстановительный. Таким образом начинает нарастать вот это вот воспаление. В общем, это вот кратко про теорию подагры. Если у меня будут клиенты с такими случаями, и если будут какие-то результаты, естественно, я об этом буду либо вписать в постах, ну, соблюдая конфиденциальность, либо сниму видео. Но пока вот что смогла, рассказала вам из новой германской медицины, именно про такую, дала вам теоретическую часть. Всего вам доброго, до свидания.